И в продолжение темы удорожания. Цены на яйцо первой категории не отпустят в свободное плавание. Об этом заявили в Минсельхозе. Ранее руководители птицефабрик просили поменять в списке социально значимых продуктов яйца с первой категории на вторую, ту, что поменьше. Таким образом, они надеялись решить свои финансовые проблемы. Замена яйца первой категории в перечне социально значимых продовольственных товаров на яйцо второй категории может привести к росту ее цен. В случае принятия этого предложения, несмотря на обеспеченность социально уязвимых слоев населения второй категории яиц, остальная часть населения страны может почувствовать значительный скачок цен на широко используемые яйца первой категории. Но производители яйца не согласны. Они считают, что на цену влияет только спрос и предложение на рынке. Сейчас себестоимость яйца выше 30 тенге, а продавать его вынуждены по 20. Объемы производства яиц в стране с марта снизились почти на 13,5%.